31 августа в бою на Донбассе погиб украинский боец. Когда уже должны были прекратить огонь, боевики применили стрелковое оружие. Об этом сообщил пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации подполковник Вадим Бакай. Боевое столкновение между украинскими военными и диверсионно-разведывательной группой боевиков произошло в районе Богдановки. В штабе АТО усматривают в действиях боевиков провокации и что они не собираются выполнять договоренности по соблюдению режима тишины.